Спонсор программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В Благовещенске подростков подозревают в покушении на кражу с проникновением. Уголовное дело возбуждено в отношении двух 16-летних парней. По версии следствия, днем 10 апреля подростки попытались проникнуть в квартиру на первом этаже одного из домов по улице Пионерской. Однако парням помешал случайный прохожий, после чего подозреваемых задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Амурское следственное управление СКР. В Благовещенске из окна с высоты второго этажа выпал ребенок, пострадавший мальчик 3-летнего возраста. Ребенок жив, с травмами его доставили в больницу. Как рассказала СН-24 специалист по связям с общественностью Благовещенского отдела полиции Татьяна Кутека, 17 мая во второй половине дня в полицию поступило сообщение из областной больницы, куда привезли пострадавшего ребенка. По данному факту проводится проверка. На автодороге в Тындинском районе увидели медведей. Это один из первых случаев с начала весны, когда их заметили в местах обитания людей. Видео косолапых появились в социальных сетях. Кадры сняты на федеральной дороге Лена, сообщает газета БАМ. Случай произошел на отрезке трассы, который ведет от Тынды до аэропорта. В управлении по охране животного мира Амурской области советуют в таких случаях не выходить из автомобиля и как можно скорее уехать. 19 мая в 12:51 на пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на территории формовочного завода железобетонных изделий. К месту пожара выехали пожарно-спасательные формирования Благовещенского гарнизона, оперативные группы Главного управления МЧС России по Амурской области и Благовещенского отряда пожарной охраны, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС. О причинах пострадавших и ущербе будет сообщено дополнительно. И о ситуации на дорогах. Два автомобиля марки Toyota стали участниками ДТП на Политехнической Северной. Водитель, управляя Toyota Fun Cargo, двигался по Политехнической и не пропустил движущуюся по главной по улице Северной Toyota Fielder. В результате столкновения повреждения получили только автомобили. На Пролетарской Пионерской столкнулись Nissan Tiida и Honda CR-V. Водитель, управляя «Хондой», двигался по улице Пионерской в сторону Тенистой и не пропустил движущийся по Пролетарской, которая является главной, Nissan. В результате столкновения Nissan Tiida отбросила на дерево. Транспортные средства получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. На Северной произошло тройное ДТП. Автомобиль Mazda Demio двигался по улице Северной в сторону Чайковского. Его не пропустил водитель, управляющий Toyota Fun Cargo, и допустил столкновение. От удара в бок Mazda Demio отлетела в припаркованную Toyota Creta. У авто серьезные повреждения. Люди не пострадали. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Хорошие деньги для хороших людей. «Дом денег». Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48.